вообще. Почему? Так, как мы куда-то придем, как со всех сторон начинает народ собирать. Всем привет. Вот я себе приобрел штатив. Мы его поснимали прямо в Wildberries. Уж кто попал в этот, как и в объектив, пойдем. Контент. Песель, да. Вот на этого песеля, который сюда. Вообще было бы, конечно, жалко, если бы кто-то пес выиграл эти песни. Ну, в общем, кто уж попал в обзор этого штатива, прямо на Wildberries. Wildberries, пункт выдачи, это общественное место, а в общественном месте можно снимать. Так что уж не обижайтесь. Снимай. Получится. Ну ладно, пришел штатив, да? А? Пришел штатив, говорю. Да. Нормально. И как оно? Смотри. Вполне нормально. И я снимаю. Нет, ты снимай, снимай, я сейчас ноги еще буду проверять. Мне интересно, ноги. И это, сейчас он будет. Ну, ничего. Привет, я вот так вот уже смещусь. Вот, вот так, чтобы это людей осудить. Сейчас еще. Так, это я. Здоровый. Ну да видно, что он здоровый. А, он потому и по той же схеме сделан. Почему конкретно здоровый? Смотри. Это вот он с тебя, да? Да. Ага. Знаешь, вот эта штука ослабляется, да? И что, она хоть так. Угу, вверх вниз. Опа, не будем людям мешать. Ну, короче, я себе купил игрушку. У меня тоже есть игрушка. Нет, ну, нормально. Ну. Все четко. Ага. Все, сворачиваем. Как-то... Или как? Макс Головин, спортсмен, он вообще вот так снимает. Он вот так штатив держит. Экономненько. Да, ладно, чё. Сворачивай его, да убирай наверх. Нормально. Замечательно. Так. Ну чё. Сейчас, подожди. Так, чё-то я быстрел, у меня шина ширика нормально. Сейчас назад все вернулся. Ну чё ж. Башку чинами свернул.